но опять-таки этого недостаточно, чтобы провести удушающий прием. Еще очередная попытка поведения. Позиция бэкмаунт. И там уже очень тяжело сейчас Витаха Задаеву приходится, да, потому что замок практически закрыт. Очень тяжелая ситуация, может, конечно, там еще тяжело подбородок будет. Надо помогать, да. Все. И вот есть сдача Имам Витаханов. У нас вторая победа подряд, удушающий прием.